Дела. Да, ну отлично, можно сказать. Все Отлично. хорошо. Да вообще так здорово. Я все смотрю на ваш сайт, прямо восхищаюсь. Всем привожу в пример, какая вы молодец. Вот прямо невероятно то, что вы сделали, как вы выросли. Даже, не знаю, я очень теперь хочу вас поспрашивать, как вы это сделали, чтобы дать Да. пример другим, да. Спасибо вам большое за доверие. Не-не-не, это Это действительно. для меня это высшая оценка. Не, ну тут правда, тут даже без вопросов. Я когда выставила ваш сайт в Фейсбуке, народ действительно прямо удивлялся. Ничего себе, как красиво все и сверкает, и мигает. Я вот смотрю, у вас и комментарии на блоге, и новые статьи интересные, и тему вы выбрали такую интересную. Вообще замечательно. Ну, это близкое мне по духу. Я люблю все красивое Ага, создавать. замечательно. Ну ясно, отлично. Смотрите, я буду очень рада, если вы поделитесь своими вот как бы успехами, да, то есть как вы к этому пришли. Мы просто поговорим и вот расскажите, как вы начинали свой путь в интернет. Как бы важно показать, что вы пришли вот действительно новичком, потому что сейчас очень много приходит новичков, очень много. Сейчас просто какой-то даже вы 3 года назад пришли, да, по-моему, или 2 года. Я пришла в ноябре 10-го. Ну вот уже почти 4 года назад. Вот. И вот до сих пор приходят Да. новички. Да. А сейчас им еще сложнее, потому что технологии усложняются, и возможность Да. найти свою нишу сложнее, информации становится больше. Вот это все так сложно. И вот интересно ваш именно опыт, как вы все это преодолевали и как вы прошли этот путь от новичка до практически, ну, профессионала, я бы сказала. Ну, Окей? если что, вы лишнее же будете вырезать, да? Я надеюсь. Ну нет, ну это если уж там скажете конкретные косяки, но я думаю, нет, все получится, естественно. Это же ваш опыт, вы же ничего не придумываете. То, что есть, то и есть. Я не придумываю, но я могу что-нибудь сказать, что Ну и хорошо. не Отлично. Ну, Хорошо. давайте попробуем. Да, давайте, не переживайте, все отлично получится. Вот, я начну тогда, поприветствую и вот задам первый вопрос. Хорошо? Хорошо, давайте. Поехали.